Черный кроссовер снес столб на улице Большой Нижегородской, недалеко от остановки улицы Дмитрия Погодина. Авария произошла утром 19 сентября. ДТП спровоцировало длинную пробку в сторону Доброго. Как сообщают очевидцы, от удара фонарный столб упал прямо на машину, а провода то ли оборвались, то ли просто оттянулись вслед за столбом. На кадрах с места происшествия видно, что рядом стоит троллейбус с опущенными рогами. Авария вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи прикидывали, с какой скоростью могла двигаться машина. Некоторые сообщили, что иномарка якобы пыталась уйти от столкновения с другой машиной. Какая скорость должна быть, чтобы снести в хлам бетонный столб? Ну, явно не 150, максимум 100. И то вряд ли. От удара уходил от белого седана. К сожалению, марку не успел разглядеть. Ну как так? Теперь стоим в огромной пробке. Дорожной полиции по поводу аварии сообщили предварительную информацию. Водитель автомобиля Audi Q7 не справился с управлением и совершил наезд на троллейбусный столб. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Audi Q7. Мужчина. Госпитализирован. В настоящее время проводится проверка. Почему водитель не смог справиться с управлением и въехал в столб, выясняет дознаватель. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, параллельно на том же участке в небольшую аварию попала карета скорой помощи. Однако пока подробности уточняются.